Выйти на лед и сразиться в любимой игре – лучший способ отметить День зимних видов спорта. Так, на ледовой арене имени Владислава Третьяка щелковские любители хоккея встретились с командой «Премьер». Открыл товарищеский матч сам Владислав Третьяк, знаменитый хоккеист, неоднократный чемпион Олимпийских игр. Президент Федерации хоккея России вбросил шайбу в ледовом дворце, который носит его имя. Хочу сказать, что многое уже поменялось. Действительно, он так стал профессиональным стадионом. Я хочу сказать, что он в полном порядке, он аккуратен, он везде чистота, порядок. Вот это заметно. Сегодня у нас день зимних видов спорта, сегодня праздник. И вот сегодня две команды вышли по старшее поколение получать удовольствие от его величества хоккей. В составе команды «Премьер» представители центрального и регионального штабов Общероссийского народного фронта, администрации президента и правительства. Хоккей – это вся наша жизнь. Для тех, кто на всегда, не только для профессионалов, но и для любителей. На воротах гостей Андрей Соколов, народный артист России, актер и режиссер театра и кино, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Подмосковье. Самое главное участие, самая главная встреча, самая главная пропаганда этого замечательного вида спорта. Здесь есть такой замечательный лед, я просто завидую щелковцам. Да, пользуйтесь, просто старайтесь и используйте его на 100%. Я думаю, что он востребован. Сами спортсмены отметили, игра была интересной, матч получился по-настоящему товарищеским. Все, кто здесь собрался, это все действительно любители, фанаты хоккея, для которых каждый выход на лед – это праздник. Против такой команды очень интересно играть. Главное – это не победа? Нет. Сегодня нет, не победы, главное – участие. Не важен счет, важен хоккей – игра, которая по праву считается одной из самых любимых среди зимних видов спорта. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.